Radio Sport Motors. Sport Motors. Стадиона ранее объявленный бойцом Фантом, который выйдет сюда и сделает круг почета вместе с символом. Символом команды Мегалада – это Мега-Рысь. Встречайте, дорогие друзья! Громче, громче, стадион! Александр, Владивосток. Антонин Летинец, Александр Сергей.
обещаем будущих чемпионов. Спорт, мото, спорт, мото, спорт, мото, спорт, мото. Thank you.
слушатели, 10 миллионов слушателей в России и за рубежом. Мы больше, чем радио. Thank you.
Кургускин Олег, записываем. Его копилку 3 очка. Копилку Иванова Романа 2. Сидоль Евгений 1 очко. И несчастный Олег 0. Thank you.
сотрясем плеч пятку. Вторым, Маринюк, Александр, Семен, Ашкенник, Дачка, один на сотах, под один очень приходит. Третьим получает одно очко в свою копилку. Это был восьмой заезд, дорогие друзья. Большой перерыв, дорожка будет готовиться к следующему заезду, но еще небольшая информация о партнерах, правительство Самарской области за поддержку мероприятий клуба. Страховое общество «ШАСО», все виды страхования. Sport Motors.
Борцов Сергей снимается с заездом. При заезде будут участвовать приезд больше. А Маринов Александр, Караченцев Сергей и Кобрусский Олег. Еще, дорогие друзья, немного информации о
Thank you.
Вот, кстати, готовы к заезду.
Горин Евгений, 2 очка. Асонов Владимир, 1 очко. И Акадцов Сергей пришел последним и получает 1 очко. Видео Спортмото. Thank you.
около гитары. Но, друзья мои, я хотел бы произнести несложное математическое вычисление, и мы узнаем, кто станет финалистом. Сегодня сюда на лидеров сегодняшней гонки. Итак, как я и сказал, в финал выходит на 7 участников плюс 1 запасной. Итак, 7-е место в сегодняшней гонке занял Кузин Сергей, гонщик из Балакова. Шестое место. Иванов Роман. Тольятти. Пятое место. Казачук Вячеслав, Владивосток. Четвертое место. Кургутский Олег. Запасным гонщиком на финале будет участвовать Олег Бесчастов, Тольятти. Ну и для награждения победителей я приглашаю на центр, во-первых, самих победителей, это Власов Семен, Иванов Даниил и Бондарев Илья. За третье место в сегодняшней гонке завоевывает Бондаренко Илья. Награду вручает главный судья соревнований Гладченко Вячеслав. Завоевывает гонщик из Тольятти Иванов Даниил. Награду вручает Алексей Анатольевич Степан. Честно и с максимальным количеством баллов первое место гонщик из Балакова Власов Семен. Награду вручает Олег Григорьевич Саидов. Власов Семен, Бондаренко Илья и Иванов Даниил. Ура! Thank you.
за рулем этой